Друзья, всем привет! Компания «Коколесо», город Москва. Проверяем перед отправкой в город Грозный наш электрофэтбайк EcoDrive V5, 1000-ваттный двигатель. У него установлен сзади, сейчас я вам покажу. Он, как вы видите, 1000 ватт, напряжение 48 вольт. А также у него установлена литий-ионная аккумуляторная батарея съемная, вот здесь она достается. А у нее напряжение 48 вольт, емкость 18 ампер-часов, сиденье с подсиденьем штырем, как видите, оно дополнительную амортизацию дает. Скидывается таким вот образом. Сам электрофэтбайк у нас складной. У него складывается руль, складывается рама пополам, складные педали. Очень компактный, удобный. Можно всегда поместить с собой, взять в машину куда-то, в какой-то хэтчбэк, универсал, в зависимости от емкости багажника. Данный электрофэтбайк развивает скорость 60 км в час и проезжает на ручке газа до 60 километров, в режиме ассистент до 100 километров. Сейчас мы проверим, как он у нас работает. Вот мы его включили. Сейчас немножко его наклоню. Ну, как мы видим, разгоняется до 58. Так, далее проверяем работу сигнала. И свет. Как у нас светит? Впереди стоит диодная фара на 4 диода. И сзади габарит. Также проверяем работу батареи. Подключаем ее в гнездо. Таким вот образом. Индикатор загорелся красным цветом. Значит, все у нас хорошо заряжает, все в порядке, все отлично работает. Сейчас мы упакуем этот электрофэтбайк и отправим компании деловые линии с обрешеткой.